every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. S-O-S-P, someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Девушкам, следящим за модой, рекомендуем легкие, яркие балоньевые жилеты на молнии. Актуально жилет с поясом-резинкой и массивной пряжкой-бабочкой. Кожаный плащ классического покроя этой весной снова в моде. Несмотря на то, что кожа считается грубым материалом, представленные модели настолько женственны и элегантны, что подойдут и для модниц, и для утонченных леди. Коллекция кожаных изделий выдержана в духе основных цветовых тенденций подиумов 2011 года. Приглушенные мягкие цвета, пепельный, молочный, розовый, минимум отделки и излишне вычурных деталей. Благодаря крою прекрасно подчеркивают фигуру. Для более теплой погоды можно приобрести текстильный тренч классического кроя. Стойка или классический английский воротник – выбирать вам. Классический крой и цвет тренча подходит буквально ко всему. Кроме того, такой тренч выгодно подчеркивает фигуру. Если тренч длиной до колен и ниже, то не забудьте одеть обувь на каблуках. Этой весной в моде классика. Черный приталенный силуэт лидирует в большинстве коллекций. Акцент на крупных пуговицах – главный тренд в верхней одежде наступившей весны. Весна – это время попрощаться, на время, конечно, с тяжелыми шубами и зимними пальто, одеться изящно и легко. Мехомания представляет вашему вниманию новую весеннюю коллекцию одежды сезона 2011. Легкие ветровки на молнии, с капюшоном и без, насыщенных или нежных цветов, совсем короткие или удлиненные. В мехомании можно найти любой оттенок и фасон верхней одежды этого стиля. Такие куртки отлично сочетаются с джинсами и короткими юбками. Для прохладной погоды подойдут утепленные куртки длиной до середины бедра. Салон «Мехомания»
Мы ждем вас. Ведущие вечера провели лотерею для гостей, лотами для которой стали сертификаты и образцы продукции, предоставленные участниками бьюти-холла. Получать призы было вдвойне приятно из рук Сергея Зверева, специально приглашенного гостя, короля гламура, который дал сольный концерт в окружении танцовщиц бара «Зажигалка». Сергей Зверев любезно согласился взять на себя роль распорядителя вечера. А также провести лотерею помогла известная бизнес-леди Марина Халевина, которая занимается юридическим сопровождением частных лиц. Дама, воплотившая в себе сочетание успеха, стиля, харизмы и личных достижений. Нечестно, мне не дали приглашение, чтобы я бросил поучаствовать в этом. Опять я без всего, опять. Эх, Женя, Женя. Beauty Hall представили: клиника лазерной косметологии и медицины Линлайн, салон красоты Центр дизайна волос, медицинская клиника Центр здоровья VIP Стом, Королевство красоты Лик, косметологическая клиника и ночи, сеть элитных магазинов Ротира, компания Эстетик Арт, клиника Мать и Дитя, клиника лазерной и восстановительной медицины и косметологии Гелио Сити, компания «Нагана», салон «Валеро Оптик». Чем занимаетесь? Как это понятно, сразу видно, что работаете. Так, а где подарок? Это вам. Спасибо. А чем вы занимаетесь? Главный бухгалтер. Главный бухгалтер? Где? Клиники. Клиники, да? Пластическая хирургия? Почти. Понятно. Это вам. Спасибо. Спасибо. А чем вы занимаетесь? Я занимаюсь танцами, учебой, всем что угодно. Вообще много чем занимаюсь. Ну, всем, чем угодно, и танцами, что? Не-не, можно. А всем, чем угодно, это чем? Вот вы намекните. Я занимаюсь всем, чем угодно, а чем? Что это было? Модель. Модель? Да. Модель? Нет, он сказал не модель, он сказал лодырь. Он говорит лодырь. Модель — это сердце. Сереж, ну куда же мы без тебя? Ты же лицо нашего фестиваля. Вот надо вот туда сходить, спросить. Давай, спросим. Перед был небольшой завес, а Сергей пока еще не знает, что предстоит сегодня часика ближе к 11. Будем сегодня. Все треки. А девчонки не хотят петь, между прочим. Он сразу рассыпается. Вы точно хотите? А громче? Вот бы вы заступились за меня. Ну ладно, я иду переодеваться, короче, заряжаться, вы мне там наведите, но у меня вот сертификат какой-то остался, я притуканил себе. Сергей, неужели ваше обязательное кармана? Ну я иду заряжаться, поэтому давайте готовьте, ждите там все так, чтобы было красиво. Девочка моя хорошая. Вау! Я для тебя принесла благодарственное письмо от дома Вячеслава Зайцева за помощь в проведении организации недели моды в Уфе с участием дома Вячеслава Зайцева. Благодарность телеканалу M-Television и лично Евгении Машкову. Спасибо за поддержку, потому что все модные мероприятия проходят посредством участия телеканала M-Television, вы, конечно, же, лично. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое.
Телеканал M Television представляет ежегодный весенний фестиваль Fashion and Beauty Day. Вечер моды и красоты, последних коллекций и тенденций сезона 2011. Показы ведущих салонов города. Весь вечер и только для вас. Самые красивые модели агентства «Премьера» и специально приглашенный гость, король гламура Сергей Зверев. Генеральный партнер ОАО АКБ «Башкомснаббанк». Официальные партнеры. Компания «Аптос». Wellness Club Luxury Spa, сеть салонов Grand Boutique, салон «Лунный свет», клиника «Голоден», салон интерьера «Элфи», рекламное агентство «Центр Медиа», студия дизайна «Си-декор», «Ля Фет», партнер вечера, волшебная лампа, «Дежанейро», вода «Серябь», «А-кафе», салон «Элите», студия причесок Алексея Стаханова, печатный салон «Идель Пресс».